Приветствую, друзья! Сегодня здесь, на наших ковриках, мы с вами начинаем с небольшой настройки на практику и разминки. Усаживаемся комфортно, положение сидя, любое вам удобное. Четко сидим на седалищных костях, достаем из-под себя ягодицы. Ноги могут быть скрестны перед собой, неглубокий скрест, так как вам позволяет ваше тело, усаживаемся. Может быть, вы будете сидеть просто на пятках, положение варджарасаны, если тело позволяет идти глубже. Садимся глубже. Главное, чтобы ваши колени находились максимально низко, ближе к уровню вашего таза. Вам было удобно, и вы могли не отвлекаться на состояние вашего тела. Садимся, тыльную сторону ладони мягко укладываем на наши бедра, выравниваем позвоночник, погружаемся полностью внутрь себя. Все мысли, которые у вас присутствуют в голове, оставляем за пределами рабочего пространства. Осознаем себя в моменте здесь и сейчас. Уходим в тело, чувствуем, как седалищные кости стабильно опираются на опору. Выравниваем и вытягиваем поясницу, чуть-чуть толкаем ее, расслабляем живот. Удлиняем весь позвоночник, плечи чуть отводим назад, лопатки подсобираем вместе и отводим плечи вниз, расслабляя полностью руки. Затылок чуть-чуть толкаем назад и протягиваем вверх, удлиняя всю заднюю поверхность шеи. И еще представьте, как вы вытягиваете весь позвоночник за макушкой на пару сантиметров вверх. Почувствуйте всю вертикаль вашего позвоночника, насколько ровная сейчас ваша спина. И опустите внимание в дыхание. Добавьте в него контроля и удлините чуть-чуть каждый вдох, растягивая его, делая плавным и ровным. И такой же делаем выдох, плавный, ровный, одинаковой длины, без остановок, без задержек. Проконтролируйте сейчас весь процесс дыхания, глубокий вдох. И выдох через нос. Расслабьте мышцы лица, отпустите нижнюю челюсть, язык, глаза, щеки. И внутренний взор отправьте в точку межбровья. Как будто бы глаза чуть-чуть сводим к середине и вверх. И еще раз. Не уводя взор отсюда, осознайте свое тело. Ноги расслабленные, длинный вертикальный позвоночник, расслабленные руки, мышцы лица. И теперь понаблюдайте за вашим телом, как сканером пройдитесь от стоп до самой макушки, осознавая каждую часть вашего тела. Пронаблюдайте, нет ли каких-то точек напряжения, каких-то точек дискомфорта. Может быть, вам не так удобно, как хотелось бы сейчас, или же где-то что-то даже тянет, или, может быть, болит. Уйдите вниманием в стопы. Поднимайтесь выше, в голени, колени. Просто наблюдайте. И если есть какие-то точки, старайтесь найти их локализацию максимально конкретно. Бедра, пахи, насколько они расслаблены, область таза. Поднимаемся выше, в ягодицы, поясницу, живот.
все внутренние органы просмотрите внимательно. Может быть, вы чувствуете где-то какой-то зажим или напряжение. Сейчас никак не нужно на это воздействовать. Просто наблюдайте за вашим состоянием. Поднимаемся выше, в грудной отдел, грудную клетку, ключицы. И опускаем внимание в ладони, пальчики рук, запястья и предплечья, локти. Поднимаемся в плечи, лопатки, область шеи и горла. И наполняем вниманием нашу голову. Проверьте мышцы лица, насколько все у вас действительно расслаблено. Вернитесь внимание в дыхание. Не сбилось ли оно такое же глубокое и ровное? Из этого состояния ладони соберите мягко намасте перед грудью. Ладонь касается ладонь так, как будто бы вы нечто драгоценное держите между вашими руками. И мысленно поприветствуйте сегодняшний день. Поблагодарите ваше пространство за то, что вы есть сегодня, здесь и сейчас. За все ваши возможности, которые оно вам дает. И с этой благодарностью мы начинаем нашу практику. Чуть опускаем подбородок грудной кости и плавно-плавно открываем глаза, запуская щелку света. Приходим в себя и со вдохом вытягиваемся за руками вверх. Опустите плечи вниз, за макушкой, за руками мы вытягиваем себя, весь позвоночник, можно чуть-чуть потянуться одной, второй рукой выше, удлиняя каждый бок. Соберите руки в замок и толкните его хорошенечко в потолок. Пятки, ладони еще больше вытягивают нас, лопатки собраны вместе, оттягивают руки вниз. За макушкой тянем себя, еще один глубокий вдох. И с выдохом руки отправляем вперед, вытягивая круглую спину назад. На вдохе раскрываем руки в стороны, большие пальцы развернуты назад, грудь хорошенечко раскрываем. И с выдохом опять округляемся, вдох, грудь вперед. И выдох, округляемся. Еще один раз, весь позвоночник. Вдох и выдох. Возвращаем руки на бедра и со вдохом за подбородком вытягиваемся вверх, удлиняем переднюю поверхность шеи, с выдохом подтягиваем груди. Вдох вверх. Медленное, плавное движение, сильно голову не заваливаем назад, не зажимаем задние позвонки. Задняя поверхность шеи остается длинная. И создайте легкое напряжение в мышцах шеи, прочувствовав каждый сантиметр движения. Возвращаем голову в середину, повороты в стороны. Подбородок идет параллельно полу. И также легкое сопротивление в мышцах шеи. Все остальное стараемся расслабить. Не забываем о нашей осанке, вытянутый позвоночник. Возвращаемся и от левого плеча уходим полукругом в одну и в другую сторону. Соединяем все движения с дыханием. Вдох плавный и выдох. В течение всей практики стараемся дышать через нос. Если нет каких-то других указаний, контролируем дыхание, тело, движение
Возвращаемся в середину. Вытягиваем ноги перед собой. Поправляем ягодицы, если нужно. Активное бедро подтянуто. И работаем пальчиками ног. Ровный позвоночник. Если нужно, можно пальчики рук поставить сзади, помочь себе выровнять спину. Если спина у вас сильно скругляется, возьмите себе возвышение под ягодицы и сядьте на возвышение. Работаем пальчиками ног, стараемся тоже не сильно быстро это делать, а максимально качественно растягиваем их в разные стороны и наоборот сжимаем. Останавливаемся, вытягиваем носочки от себя и к себе. Дышим глубоко и максимально ровно работаем через стопы. Также попробуйте осознать каждый сантиметр проделанного движения. Создаете легкое напряжение в этом движении, чтобы у вас включился каждый сантиметр рабочей мышцы. И круговые движения в одну сторону. Меняем направление в другую. Останавливаемся, чуть-чуть стряхивая ноги, подтягиваем правое колено к себе и располагаем замок из рук под нашим коленом. Через ровный позвоночник разгибаем выдох и сгибаем вдох. Носочек натянут слегка на себя, пятку тянем от себя активно и возвращаем обратно. Оставляем вытянутую ногу и убираем правую руку под колено, а левую складываем над коленом. Расслабленная стопа, движение джану чакра по кругу в одну сторону и в другую. Не забываем, что стопа у нас расслаблена. Все движение от колена. Останавливаемся здесь. И чуть-чуть подтягиваем ногу к себе, укладывая стопу в складочку нашей руки, локтя. Второй обнимаем снаружи, как будто бы ребеночка мы держим, и в тазобедренном суставе разминаем нашу ногу. Не забываем, опорная нога у нас слегка активная. Здесь может округлиться позвоночник, больше внимания в тазобедренный сустав. Чуть-чуть его разогрели и убираем нашу ногу над коленом. Просовываем все пальчики рук между нашими пальчиками ног. Может быть, первый раз у вас не получится. Растягиваем это пространство и, придерживая за голеностоп, раскручиваем его в одну сторону. Тщательно, по максимальной амплитуде. И в другую меняем направление. Бережно к своим суставам. Взъемы растягиваем, пространство между пальчиками. Останавливаемся здесь. Пальчики убираем рук назад. Вытягиваем позвоночник. С выдохом колено к себе и от себя. По максимальной амплитуде подтягиваем к себе и также оттягиваем от себя, создавая легкое напряжение. Еще больше раскрываются тазобедренные суставы. Достаточно. Останавливаемся. И чуть более активная пружиночка вниз, 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 вниз. Акцент вниз. И не забываем спину держать ровной. Достаточно. Останавливаемся. Вытягиваем ноги. Легкий шейк. Вдох. За руками тянемся вверх. И выдох. Скрутка в правую сторону. Вдох вверх. И скрутка в левую сторону. Подтягиваем левую стопу к себе, замок из рук, под колено располагаем, удлиняем позвоночник, на выдохе выпрямляем ногу от себя. Работа только в коленном суставе. Пятку стараемся тянуть в потолок, носочек на себя натянутый. Опорная нога остается активной, не забываем про нее. Еще пару раз. Включается передняя поверхность бедра. И останавливаем, вытягивая ногу от себя. Заводим ближнюю руку под колено, а дальнюю над коленом. Стопа расслаблена, движение по кругу, по максимальной амплитуде в одну сторону. И меняем направление в другую сторону. Стараемся спину максимально выпрямлять, но она может чуть-чуть скругляться здесь. Останавливаемся и берем к себе
нашу ногу. Располагаем ее в локтевой сустав стопой, второй обнимаем снаружи, как лялечку, чуть-чуть раскачиваем в сторону. Вытягиваем ягодицы, тазобедренный сустав. И также стараемся за макушкой тянуться больше вверх. Если даже спина у вас здесь округляется, стараемся удлиняться за ней. Останавливаемся, укладываем нашу стопу над коленным суставом и просовываем все пальчики рук между пальчиками наших стоп. Такой должен быть массаж здесь. Придерживая голеностоп, раскручиваем стопу в одну сторону. Протянуть, как будто бы мы хотим. В другую сторону. Останавливаемся здесь, убираем руки за спину, помогаем себе удлинить позвоночник и с выдохом колено к себе, вдох от себя. За макушкой вытягиваемся вверх, затылок чуть-чуть толкаем назад, шея задняя остается длинная. Последний пару раз. Легкое напряжение создаем в каждом движении. И чуть более активная пружинка с акцентом вниз-вниз. Уже должны почувствовать, как разогрелись тазобедренные суставы, как разогрелось настроение. Перед практикой асан обязательно делаем небольшую разминку для всех наших суставов, чтобы запустить кровообращение, энергию, разогреть связочки. Оттягиваем от себя, легкий шейк, можно добавить самомассаж кулачками по бедрам. И со вдохом удлиняемся за руками вверх, с выдохом скрутка в левую сторону. Вдох вверх и выдох вправо. Возвращаемся вперед и подтягиваем обе стопы к себе, ставим их чуть шире тазобедренных суставов, аккуратненько поднимаемся в squat position. Если вам тяжело, можно взять какую-то опору под таз, pillow или же bolster, сесть на него, или же это одеяло просто сложное, несколько слоев. Если у вас пятки здесь не стоят на полу, можно подложить пару одеял или какую-то опору себе под пятки. Или же еще как вариант, продолжаем работать из положения сидя на пятках. Также здесь можно вариацию добавить, мы укладываем себе опору под таз, если вам тяжело вытягивать взъемы. Находим свой комфортный вариант и, усаживаясь, вытягиваем позвоночник, руки перед собой, работаем кончиками пальчиков рук, тоже на осознанность. Медленное, достаточно сильное движение, которое подключает наши мышцы пальцев в работу. То есть не просто так, а именно медленно сжимаем и разжимаем кулаки, создавая прям напряжение. Пальцы растягиваем максимально в разные стороны и плавно собираем в кулак. Еще несколько раз. И вот теперь уже побыстрее. Работаем на разогрев. Останавливаемся, большие пальцы убираем внутрь, раскручиваем запястье наружу по максимальной амплитуде и внутрь. Можете посмотреть, насколько у вас равномерно правый и левый сустав работает. Не забываем вытягивать позвоночник. Останавливаемся здесь, ладонь раскрывая вверх, подтягиваем пальчики к плечам. Работа в локтевых и в запястных суставах. И еще несколько раз. Останавливаемся здесь, встряхиваем наши руки и аккуратненько опуская их на пол, только таз поднимается вверх. Голова остается внизу. Чуть-чуть собираем стопы поближе на ширину тазобедренных суставов. И на мягких коленях остаемся в наклоне. Можно покачаться в разные стороны, собрав руки в локтевой замок. Расслабляемся полностью. Самое лучшее, что мы можем сделать перед активной
практикой работы это хорошенечко расслабиться. Ну, чуть-чуть расслабляемся. Останавливаемся в середине, проверяем наши стопы. Носочки смотрят у нас вперед. Внешнее ребро стопы полностью прижато к коврику. Основные точки опоры под большим пальцем, под мизинцем и середина стопы. Арка стопы активно затягивается. Пальцы вытянуты и лежат на коврике мягко. Через круглый позвоночник отсюда поднимаемся вверх, позвонок за позвонком. И удлиняемся за руками, вытягиваем себя. Располагаем наши руки на плечах и начинаем прокручивать в плечевых суставах по амплитуде вперед несколько раз. И готовимся уходить в присед. Делаем вдох и с выдохом проседаем вниз. 4, 3, 2, 1. Остаемся наверху, меняем направление в обратную сторону. Плечевые раскручиваем. Готовимся уйти в присед. Вдох и выдох вниз. 4, 3, 2, 1. Остаемся наверху. Раскрываем руки в стороны. И с выдохом обнимаем себя за лопатки. Глубоко-глубоко наклоняемся чуть-чуть вниз. Немножечко покачиваемся из стороны в сторону. Через середину возвращаемся вверх, вдох, раскрываемся. И с выдохом захват, вторая рука сверху. Чуть-чуть уходим в наклон, можно на мягких коленях. И покачиваемся из стороны в сторону. Через середину возвращаемся обратно, вытягиваемся вверх, с выдохом руки уводим за затылок и мягко протягиваем шею. Чуть-чуть подкручен таз, лопатки сведены вместе, ровная спина, только шею в легком наклоне. Не сильно давим на затылок, чуть-чуть вытягиваем ее здесь. Немножко поворачиваем подбородок от одного до другого плеча, прокручиваем в осевом позвонке. Возвращаем голову на место, наклон к правому плечу. Противоположная рука слегка оттягивает плечо больше вниз. Мягко вытягиваем шею. Наклон в другую сторону. Расслабляемся. На этом наша разминка закончена. Мы идем дальше. Намасте.